готовили очень вкусную шаурму. Блин, как говно. Ваня, нормально, у меня. Big brother. Small brother. На вкус угни. Говно. На вкус фалаф. Здесь два слоя лаваша. Мы ложили сразу не поперек, а вдоль всего лаваша. Все. Мама. Только конечно большой или нет. А что у нас вместо мяса сосиски? Попасно. Не, насинка. Конечно, финки там нормально. Шурма с вкусом лаваша. Я наел. Лаваша. Это лишь... Пом-пом-пом-пом-пом. Пом. Это у меня с компами просто. Начинку. Мэнэ, начинки. Сосиска. Где начинка? Бомба просто. Бомба. Нормально. Если бы не было такой Биг Боба, то было бы еще лучше. Может, мы еще это приготовим? На свет, на свет. На утро. На утро. Лучше приготовим двоих. Еще одну. Такой же. Ничего не пропеклось. Все холодное. Я вот дошел до начинки. Май. Начинка. У меня, смотри, как настолько много, а у него выходи. Покажи скоро начинку. У меня Big Brother. Я стал жевать. Скажите, у меня 200 рублей стоит, есть давай? Я блин. Один три лаваша стоит 47 рублей. И качан говна стоит 90 рублей. Так еще не весь качан использовали. Мы только два листа использовали. Да. Там у тебя еще есть целый качан. Это у нас следующие шаурмы. Мне кажется, знаешь, чем буду питаться каждый день теперь. Шаурма. Я устал. Где понимаю, почему такие цены на шум большие. То есть сосиски, то есть на ними сосиски. Мясо берут. Мясо не сосиски. Овощи. Там мясо какие-то вкусные. Ну да. Кроме мяса, а у нас нет мяса. А сосиски. Поэтому цена в 200 рублей даже на хорошее. 160 примерно, наверное, да. Значит, это начали очень дешевые. Да. Поэтому берите шаурму за 160. Ну, кофе в 210 рублей за 180 мл оценивать, ну, это, ну, серьезно, как-то Карл. Угу. Ой, блядь, я наелся. Я съел половину Биг Боба. Но это уже пиздец. Вот сколько тут начинки. А у него нихуя нет. Я когда кусаю, я даже не чувствую лаваша. Я чувствую только эту начинку. Тело расперло, ну, нахер. Он настолько, короче, много начинки тут в одном месте. Что даже лаваша почти нету. Надо купить сметану, если заходим. Сметану надо купить. Где мы сметану? Я думал, метану надо купить. Надо метану накупить.
Ставьте лайки. Ставьте. Видите, как вы уже нахрен это все? Тикток нельзя пока выкладывать. Че? Ты там прил? Заблокировали. Ну вот, допустим, санкции снимут, вы уже это в тикток. Охренеть. Если вы хотите увидеть 24 часа в лесу с Богданом, ставьте лайк и пишите, хочу 24 часа в лесу. Что, хочешь еще? Давид. Вы пойдете со мной в лес на 24 часа, если наберутся 25 лайков? Никогда. А где 50? Никогда. Почему? Я перевариваю еду эту. Я просто смотрю, вот и поднимаю, хочешь вкусную? И жопу. Мне примерно так. Как у меня, блядь. Вот сколько еще ночи. А у тебя все нет нихуя, блядь. У тебя там уже в конце, уже все, вот, лаваш, блядь. Вот лаваш. Да вот мне начинка пошла. Да вот она вся. Нет, я не могу. Ты когда куснешь, вообще даже просто пройдет легко. Вот все. Че, как тебе? Сложно. Я устал. Пиздец. Реально сложно. Сложно. Ты чай есть. Запивай чаем. Он... Я не люблю без сахара. Так там сахар лежит. Да ложки нету. Да, блядь, тебе. Извините, пожалуйста, я... Мы это не будем выкладывать тикток, это нужно новое. Дэвид, нужно новое. Дэвид, надо готовить новую шурму. Мы не можем этого выложить в тикток. Я ругался. Ну ладно, блядь. Или можно ругаться в тиктоке? Нет, нельзя. И в тиктоке тоже нельзя. Вообще нет. То есть снимут мобилизацию. Ну ее уже сняли. Вообще насрать. Значит, можно ругаться. Шо нахер. Че, как тебе? По вкусу. По вкусу вкусно. По вкусу вкусно, но я пока все это перевариваю. Не то, что по сути вкусно, но по вкусу вкусно. Да, я пока все перевариваю, мне очень плохо. Давай хоть чуть-чуть в ютубе, о чем мы тут снимаем это? Мы снимаем, как мы едим, надо еще в ютуб выложить это все. Пошел нахуй.